холостяк. Вот, о, смотри, гроза, гроза какая. Кресло пусть оттуда вытащит. То есть, как и ожидалось, что будешь не убегала. Будем играть плететься и караем. Он очень космический, он тут с иллюминатором. Ракета. Ракета. Садись вот попой на подушку. А вот Матейка сидит. А мне? А тебе? Извини. Нету подушки. Нет, есть. Вот. Есть только подушка. А подушки нет. Нет, есть, вот, как? Да? Да нет, папе не нужна гадочка, папа пошутил. Спасибо. Матейка. Хорошо, на мягенькой подушке. Это хороший, да. О! Это работает? О. Все, Агата готова. Эй, я тебе это сделала. Заработала. Это моя. Попробуй, Агата. Я пользуюсь глазами. Агата, попробуй. Вот, одевай. Иди на улицу с ним. По-немецки это называется замок принцессы Эммы. По-чешски он называется замок принцессы Анечки. По-хорватски он называется замок принцессы Петры. По-польски замок королевы Зуси. Она принцесса Элла. Да. По-румынски и молдавски называется палату принцессы, в общем, Виктории. По-словацки принцессы Эммы, как по-немецки, да? А по-болгарски вообще типа королевской дочери Марии. Мы на борту сейчас вернемся. Это получили скворечник. Вот, на улице надуло какой-то пыль уже. Угу, прям. Надо завтра веранду мыть. А, ну тебе грозы помыть. А, да, сейчас. Это грозы налила. Пить, да? Да. Матерки? Это матерки космические? А я комой косметический. А я комой косметический. Как раз веранду помоет. Забыла. Ты как раз включить это все. Не надо. Вот, вот видишь прогноз совпал, как они говорили, пятница, последний день. А там... Дождь. Мама, помнишь, когда я был маленький, на суперкрыше я только сидел на прессе, я чал, и дать там снял. Ну это когда можно... Иля! Иля! И дождь. И дождь. А это когда лето было совсем. И дождь. Это было наверху надо закрыть. Упал карниз, кресло, кости оттуда вытащил. Кровать развалилась, такая детская стояла, на которой я все душа была. Там бассейн.
На батут попрыгать. Хорошо, что мы ушли с батута и ушли с этой. Но когда с веранды. Когда дождь, все равно мы бы ушли. Ну да, но это в одну секунду. Я только вот начался дождик, мы с Агатой стоим в проеме дверном. Мутька, нужно приучаться, но есть такие вещи, как бы не... А маркиза все сломала? Угу. Одна цела, а другая сломала. У нас выключился свет, а мы сидим. А, чего? Бедные дети. То есть, как и ожидалось, немножко побегала, а потом выключился свет. Видимо, все-таки какая-то авария, что-то оторвалось. Да, и бедные дети боятся. Как дрожат, как прямо, как поросята. О, это там был домик из этого. Конечно, их просто... Причем у нас сказала, что у нас свечи, по-моему, да, за всю деревню выходит. Что хотела сказать, что они просто, дети сильно напугались тогда, когда открылась дверь с улицы. И как раз в эту секунду был вот этот резкий порыв, который... Что? Что такое? Это пора. Специальный режим освещения от свечи. Хорошо, что фотоаппарат умный у нас. Умный фотоаппарат. Вот. И что я хотела сказать. Дети со всех сторон. Агата плачет, а Матейка скрывает. То есть свою боязнь держится, но все равно. Только двери не закрывает. Двери закрывает и очень много говорит. Видно, что куда поддерживать эту. Салфетку. И вырвала, значит, что у нас, маркиза повредилась, кроватка детская, которая стояла у нас как скамеечкой такой, кресло унесло, на котором... Кресло целое, его просто унесло в сторону. Лежат. И бассейн достаточно, на сколько метров он сдвинулся? Перевернуло. Перевернула, причем там было сантиметров 5, наверное, на дне еще воды, и я эту утку, она была, наверное, весила килограмм 100-150, она точно весила, потому что я ее даже приподнять не мог. И вот этот порыв, он прошел, это мы с Костей думаем, что это был такой мини-смерч, да, который пролетал. Чем это называется? Вихрица. Вихрица, да? А Агата бедная говорит, и как? Я буду есть йогурт, и не будет мультика? Дети этого века, как говорится, какое поколение. Просто они даже не представляют, что можно жить при свечках и так далее. А неделю назад мы ехали в машине, и мы рассказывали детям про приключения. Я не имел в виду такие приключения. Вот, ну просто рассказывали. Я имел в виду какие? А приключения? Бегать, вот так убегать, вот. Разные приключения. Убегать от кого? Это когда я рассказывала про ДНД, которое у нас раньше ходило, и нам в 9 часов вечера надо было домой. А если дети не приходили домой, то родителей там наказывали, и мы, если потихонечку пробирались, если видели, что идут 5 теть с повязками ДНД. Вот. И Матей говорил, ой, как классно, я тоже так хочу, я тоже. И мы начали говорить про приключения, и он потом говорит, я хочу записаться в лагерь скаутов. Мам. Да. А скауты ночуют в лесу. Значит, еще раз говорила, 4 руки. Отправляются скауты в походы и ночуют в лесу. Но они приготовятся, а мы тут не боимся. А ты думаешь, что они приходят на полянку, да? И там все сделано. Лишь никто не знает, что там может зверь выбежать какой-то или еще что-то. Это же дикая природа. Так там что, если выбежит зверь, что, убьют? Убьют, но все равно нужно... Насобирать дров, костер развести. А дождь пойдет вот такой, чтобы не намокло. А палатку не успел поставить, а дождь пошел. Ставь ее под дождем, значит. Костер под дождем разведи, попробуй. А если будет гром? А? И гром. А через сколько так людей? Вырабатываешь силу воли. Становишься физически сильней. Морально сильней. Умственно сильней. Ты потом, ты один раз переборол, и в следующий раз тебе уже не так страшно. Боишься? Спасибо. Ты честно так боишься? Ну, так-то. Ну, я не чтобы боюсь, но у меня какой-то шок или что-то такое. Шок? Так ты расскажи, Джей, что ты боишься? Не чтобы я боюсь, что например, так, ну что, как будто жмет. Ну, не чтобы жмет, но что-то так. Где жмет? Ну, не чтобы жмет, но так, ну, как будто место. Сердце бухает? Ну, да, так сильно.
нужно подышать, успокоиться. Да. Ну ты же уже видишь, что уже все это прошло, и уже подышать, вот сесть на кресло спокойно. Сесть на кресло спокойно. Взять книжку и чем-то, или взять ваши рисовалки и рисовать. Придет серенький волчок и не ухватит за бочок. Боюсь, не ложишься на боек. Идет серенький волчок и потянет танцевать. Да, и мы решили, у нас был вот каминчик, детишек положить на диван. И будем читать книжку Роберта и Самсон Агапа-папа. Нет, я Агапа. Но это все то же самое, про них же, нет? Нет. А, это про Фу-Фу и Кис-Кис, да? Да. Ну, из той же серии. Да. Всем пока-пока. Пока. Вот, пока. Вот, пока. Спокойной ночи. Всем бойкот. Да, вот такие пироги у нас, как говорится. Завтра будем смотреть последствия ЧП, да. Смерти.